Не только летать, но и плавать должны уметь. Чемпионат ВВС России по военно-прикладному плаванию прошел в Астрахани. Более сотни спортсменов боролись за звание лучшего. Обширная география турнира. С военными летчиками пообщалась наш корреспондент. 127 военных летчиков, 24 команды. В Астрахани состоялся чемпионат ВВС России. Летчик не только летать, но и плавать должен хорошо, ведь в небе случиться может все, что угодно. Плавание – такой вид спорта, который развивает полноценно человека. Вот. Летчикам и всем остальным специальностям, которые связаны с летной деятельностью, нужно быть гармонично развитым человеком. Вот. Ну и плюс бывают случаи, когда летчикам приходится катапультироваться, приводняться на водные поверхности, поэтому плавание обязательно пригождается. География соревнований довольно обширна. Спортсмены прибыли в Астрахань из Московской, Воронежской, Челябинской и других областей. Весовых, ростовых и даже возрастных категорий нет. Все спортсмены соревнуются на равных. Виталий Сырников – мастер спорта международного класса. Свой разряд получил на чемпионате Европы в Голландии в 2010 году. Сегодня он снова первый, только уже среди военных. За минуту 9 секунд проплыл 100 метров брасом. Для меня это первые соревнования такого уровня среди вооруженных сил. Что-то новое, потому что все спортивные соревнования я уже прошел. Это какой-то новый этап. Здесь уровень довольно-таки высокий, потому что я ожидал все-таки более низкой подготовленности, так как все участники военнослужащие занимаются больше службой, чем спортом. С автоматом и в берцах плавание в военной экипировке – изюминка соревнований. Не все ребята отважились выйти на дистанцию в полном комплекте. Сергей Артемов приплыл третьим за минуту 52. В этих соревнованиях принимает участие второй раз. Тяжеловато, но участвовать и плыть в таком чемпионате ВВС России не каждый раз удается, поэтому старался. Результат улучшился, выполнил первый разряд плавания с автоматом. По итогам соревнований будут сформированы сборные, которые представят свои объединения на чемпионате Вооруженных сил России. Александра Вострикова, Тимофей Кухарчук, новости РЕН-ТВ, Астрахань.